my ABCs with the YZ. I paint with different colors and never in the lines. There isn't any other. I am the prototype. TikTok waste. Всем привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Маша. Этот влог о прогулке по Великому Новгороду начинается с того, что мы просто приезжаем в некие улицы Великого Новгорода. Вдалеке виднеется ансамбль Новгородского Кремля. Если ты еще не видел влог оттуда, обязательно переходи по ссылочке в описании. Наконец-таки наш экскурсионный автобус прибыл на место, а именно сегодня будет влог о Ярославном дворище. Первый собор, который мы увидели, занимает первое место в Ярославном дворище. Перед нами Николо-Дворищенский собор, который был заложен в 1113 году. Раньше собор был расписан фресками. Неподалеку от Николо-Дворищенского собора находится церковь Прокопия, которая была построена в 1529 году. Также совсем рядом находится церковь Жены Руносицы, построенная в 16 веке. Против следующей церкви находится аркада гостиного двора, а за ней вид на Кремль. Это церковь Проскевы Пятницкой, выполненная из камня. Похоже очень на европейский готический стиль. Располагается церковь Успения, строительство которое началось и закончилось в 12 веке. Уже под конец мы увидели церковь Иоанна на Окопах и церковь Георгия. Этот маленький влог подошел к концу. Спасибо тебе за просмотр, не забывай подписываться на канал, но мы направляемся в Новгородский Кремль. Влог оттуда ты уже можешь посмотреть по ссылочке в описании.